Вот очень красивый ирис, тоже новинка. Ага. Недавно он у меня. Маленький еще. На участке Татьяны Важениной 18 видов ирисов. И вся эта красота могла оказаться под водой. Рядом порвало трубопровод. Вода из прорвавшейся трубы размыла дорогу и побежала сильным потоком в сторону Березки 4. Вода шла вот оттуда, доходила она вот до уровня поворота. Половина поворота была, значит, залита водой. И высокий уровень воды стоял, вот кусты заканчиваются. И вот там есть пустое пространство. Вот вода уходила туда. Порыв случился на трубопроводе, по которому уже несколько дней пытаются направить воду из озера Смолина в Курочкино. Пока безуспешно. Старая труба под давлением начинает протекать каждый раз в новом месте. Говорят, вчера качали. Не знаю, как вчера было. Я проходила, когда утром здесь не было воды. Вчера. А сегодня, вот, имеем удовольствие. Подняли тревогу, начали везде звонить. Вот, отключили воду, вода ушла. Дойти до конечного пункта своего назначения, канала ведущего в Курочкино, воде не удается уже несколько дней. В этом месте труба по-прежнему остается сухой. Поэтому торжественный пуск, запланированный на 26 июня, по понятным причинам переносится на неопределенный срок.